специфику Хабаровского края дети из Дебальцева стали погружаться с первых шагов по дальневосточной земле. Национальные костюмы и стук в бубен задавали тон и помогали лучше понять культуру Востока России. Очень хочу познакомиться с достопримечательностями, язык заплетается. Хочу увидеть амурских тигров, очень много слышала о них. Такие красивые, очень хочется их увидеть. Еще я хочу просто погулять по Хабаровску, по городу, посмотреть, как у вас тут. 2 недели пробудут дети из Донбасса в Хабаровском крае. Они уже совершили прогулку по Амуру, посетили музей Амурского моста и побывали в зоосаде Приамурский. Программа была сформирована таким образом, что, конечно же, мы хотели познакомить ребят с историей, культурой, природой Хабаровского края. Ну и однозначно, конечно, мы понимали категорию. В этой группе у нас есть и творческий коллектив, и спортсмены. И поэтому мы, конечно, создали условия для того, чтобы ребята занимались. И часть мероприятий у них было по спортивной направленности, а для творческого коллектива ряд мероприятий, которые были, например, организованы нашими артистами. Побывают делегаты с Донбасса и в лагере «Созвездие». Там они не только станут частью смены КВН, но и смогут познакомиться со своими хабаровскими сверстниками и узнать о жизни молодежи на Дальнем Востоке. Сейчас у них есть возможность познакомиться с необъятной огромной страной, с Россией. Узнать, какая она разнообразная и большая, вот, прикоснуться ближе к истокам Дальнего Востока. И я думаю, для себя, может быть, кто-то отметит и кому-то понравится, может, он захочет потом приехать учиться или остаться. Дебальцево – подшефный город Хабаровского края. Поэтому с детьми из Донбасса встретился глава региона Дмитрий Демешин вечером у костра. Желаю, чтобы каждый из вас был сильным и чтобы каждый из вас был счастливым. Потому что счастье – это универсальный критерий качества жизни человека. Если вы будете счастливыми, вы сможете больше и дать окружающему миру. Поэтому будьте счастливы. Сейчас дети из Дебальцева готовятся к концерту для военнослужащих и их семей, который пройдет в Краевом дворце дружбы «Русь». Полина Овчаренко, Светлана Айнулова, Эмиль Соломин. Смотри, Хабаровск!